в этих компьютерных играх, да? Раз, блокирует, опа, ухожу в колено, и тут я нарываюсь, да? Хотя кажется страшнее, потому что мы смотрели фильмы «Танк По», «Джан-Джан-Кот Ван Дам» и «Кровавый спорт». И какой самый сильный удар? Может, самый сильный удар – это пальцем в глаз? То есть многие считают, есть такой, кстати, ну, миф, что удар локтем – это типа самый сильный удар. А иначе мы уходим смотреть в «Ивангае» – самый сильный удар коленом. В Майнкрафт применял такие комбинации на улице для самообороны. Всем привет! Сегодня мы делаем очередные видеоуроки в клубе «Спартанс». Клуб «Спартанс» – замечательный клуб тайского бокса в Братиславе. И сегодня мы в этом клубе снимем для вас замечательные видеоуроки, где вы научитесь нокаутировать и не допускать ошибок в бою. А я мешочек подержу даже так. Mm-hmm. Бывает, это очень полезно, когда человек стоит и просто мешочек придерживает. Давай. Три. Вот она, красавочка. И повторим давай еще раз. Любимые комбинации Марсейда, вот, да? Так я понял? Да, три комбинации, такие, ну, по моему мнению, одни из самых функциональных. Все само собой либо приспосабливается в бою. Да, технически стараюсь сделать все как можно более технично, то есть усовершенствую свои боевые, свои ударные техники. То есть это тип, которым я вымеряю дистанцию соперника. То есть я чувствую, на какой дистанции, чтобы зарядить на потом раунд. То есть первый удар не силовой удар? Это может быть силовой, да? Все зависит от того, насколько, то есть, он идет на меня или он стоит. Ну, в любом случае, то есть, в принципе, давать. Комбинация достаточно универсальна, чтобы можно было ее делать и в атакующем формате, но, может быть, даже и стопорящем. Да, ну, потому что тип – это самое наше длинное оружие, которое есть. Типа как джеб в боксе, да? Да. То же самое, как тип в тайском боксе. То есть, это тип. Я вымеряю дистанцию, бью раунд. Потом забиваем на боковой. А потом можно опять закрутить. Или после раунда можно дать чизайдер, или боковой. И две руки, и колено. Ну, то есть все идет о том, что вымерение, выяснение дистанции, то есть на какой он находится дистанции. Потому что все всегда идет о дистанции и умение работать на этой дистанции. Следующая комбинация, которую я показал, это был колено и локоть с разворота. В данном случае дистанция уже более близкая. То есть соперник уже не на расстоянии моего типа, то есть он уже ко мне приближается. Я даю ему, то есть пробиваю ему хук, даю ему колено, отвлекаю таким образом, потом сдаю ему локоть с разворота. Это когда уже прям он не уходит, да? Ну, или да, ты его поджал, есть, например, да? Когда или поступил? Он стоит в углу, например. То есть вот он стоит в углу, хук, колено. Если он, например, хочет уйти вправо, тут нарывается, потому что да, я бью хук. Тут идет мое колено, то есть ему сюда уходить нет никакого резона, потому что он это колено поймает. Ему нужно уходить сюда, то есть колено. Давай сейчас мне покажем, как это может выглядеть, так сказать, ну вот изобразить на мне, да? А уверенность не возникает из ниоткуда. По нашему мнению, уверенность – это вера с опытом, прошедшая различные трудности и испытания и не потерявшая своей детской непосредственности. А испытаний в жизни хватает. Я бы с ним пробиваю сначала, там бум, да, я там как-то блокирую его, да? Потом я ухожу от колена, и вот здесь я нарываюсь на локоть. Такая, да, как бы, да, идея, да? Да. Ну, еще раз снимаем. Раз, блокирую, опа, ухожу от колена, и тут я нарываюсь на сам бегу навстречу этому крутящемуся локтю, ребята. Ставьте лайк за крутящий локоть Марселя. Вот. А ты применял такие комбинации на улице для самообороны? Ну, мало когда такое получится. То есть там всегда работает только самая длинная дистанция. То есть это всегда в основном задняя прямая. Тоже люблю дальнюю дистанцию, но это и неудивительно. Посмотрите, рост Марселя, видите? Какой ему смысл лезть близко? Да, я никогда не стараюсь. То есть моя задача всегда держать соперника на дистанции, на которой я работаю. Вот если он подходит ко мне, то у меня там уже другой арсенал уже. Колени, локти? Колени, локти, конечно, да. Клинч. Но это самое уже близко, да. Потом клинч, скрутки, какие-то подсечки. Ну, это как бы вторым номером, правильно? Да, на, да, первое, да. На первом месте это, конечно, дистанция. Ребята, это кто высокие парни, у кого длинные руки, длинные ноги. Вот просто вам такая тактика сразу, как бы она логичная, естественная. Это безопасно. И причем удар гораздо сильнее. То есть многие считают, есть такой, кстати, ну, миф, что удар локтем – это типа самый сильный удар. Самый сильный удар коленом. Вот.
вот еще один миф. Самый сильный удар коленом, если ты берешь человека за... А сильный он имеется в виду по повреждениям или сильный он по килограммам, которые набирают? Ну, если я пробью солнечное сплетение в эти килограммы, то повреждение там будет, скорее всего. Да, я понял. То есть по воздействию, да, скажем так, ты сейчас говоришь про, ну, как мы критерии ставим по воздействию, а я говорю про тяжесть удара. То есть, понимаете, многие путают, ну, вот, силу удара там с какими-то повреждениями. То есть, да, локоть он костистый, и как бы сечки оставляет, лицо там крошится, все, кожа рвется, лопается, ну, сечки. Но он не самый сильный удар, потому что траектория полета маленькая, а вы физику все изучали же, да? Поэтому по сравнению, допустим, с ударом кулаком, удар локтем, он немножко слабее, ну, чисто по физике. Да, хотя кажется страшнее, потому что мы смотрели фильмы «Танк По», «Жан-Клод Ван Дам» и «Кровавый спорт». Да, но более рассекающий, потому что лопается. Костистая это часть. Это острая, и там просто, то есть под этим давлением кожа лопается, поэтому появляются рассечения. Вот и все. Но если мы говорим о самом тяжелом, то есть примерно профессионального тайского бойца удар коленом в клинче составляет примерно 1800 килограмм. Но если бить круговой удар ногой? Тоже он уже сильнее будет, наверное. Если ты налетаешь на этот удар, то тогда тебя покорежит. Вот. Ну а вы пишите, кто, как вы считаете, какой самый сильный удар? Может, самый сильный удар это пальцем в глаз? Самый сильный удар это апперкот. Апперкот заговорил. О, чудо! Случилось чудо. Апперкот, да, самый сильный. В этих компьютерных играх, да? В компьютерных играх он самый сильный. Эпичный. Ладно. Нужно только принимать эти препятствия, как тренировки, в которых крепнет ваша вера, превращаясь в непоколебимую уверенность. Уверенность в своих силах и способностях. Клуб «Спартанс», приходите. Самый лучший клуб в Братиславе тайского бокса. Марсель, Макс Степанов. Ждем вас. Три комбинации. Три нормально, больше трех не надо. Три! И они такие, ага, все, мы готовы на три комбинации, у нас внимания хватит. А иначе мы уходим смотреть в Ивангай или там кого там что. Играть в этот, в Майнкрафт. Так, окей. А эти хотят эти упражнения читать. Ну давай, сначала ты покажешь, потом когда ты устанешь, я покажу после напоследок упражнения. Я думаю, что, то есть, команд сможет снимать. Пока не снимай. Вставку, слайд, свой стандарт. Ага. Ну да. Вот так два раза спартанцы. О, чётенько, да. Макс, скажи теперь что-нибудь типа, ну, привет, мы в клубе спартанц. Смотри, давай. Хорошо, давай. Только вот отсюда, чтобы там было видно. Снимаем заново, снимаем. Только ниже, ты меня высоко снимаю. Снимаешь. Да не надо, да я уже там снимается. Окей. Вот здесь, встань, вот здесь. Все, давай, поехали. Ты снимаешь? Да. Все, ребят, все, Макс Степанов с вами. Привук. Да, нормально?